В селе Верхкамышин Казаринского района разрушается дом культуры. Удивительно, но всему виной, по версии работников учреждения, ремонт кровли, который провели там в 2014-м. Однако через некоторое время крышу сорвало порывом ветра. Мы сейчас стоим на том месте, где буквально вот несколько месяцев назад была новенькая блестящая крыша. И ветром один прекрасный день, 25 марта, ее просто приподняло и перебросило через клуб, и она упала туда, прям за клуб, на землю. Строители предоставили гарантию на ремонтные работы 5 лет. По словам главы сельсовета, представители компании этот случай гарантийным не считают. Дом культуры продолжает работать без крыши. На протяжении года там проходят занятия в кружках и праздничные мероприятия. Местные власти подали в строительную организацию в суд. Там крыша, потолок бетонный, там стены кирпичные. Но она бежит, но не то, что там прям такой вопрос стоит, что стены завалятся.